последней трансферной новости РПЛ. Всем привет! Вы на канале Басни Футбол. Здесь мы говорим про российский футбол и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Спартак и ЦСКА интересуются полузащитником сборной Албании. 26-летний Эндри Чекичи ранее выступал за турецкий Конья-Спор, но покинул клуб этим летом, не продлив контракт с командой. Агент игрока подтверждает интерес из России. «Конечно, у игрока есть большой интерес приехать в Россию, но мы посмотрим в ближайшие дни», – заявил агент. «Если армейцам он бы дал усиление, как минимум для обоймы, то зачем он Спартаку? Большой вопрос. Как мне кажется, он использует имя популярных российских клубов, чтобы выбить больший контракт для своего подопечного. А вы как считаете?» Захарян покинет «Динамо»? Журналист Джанрука Ди Марцио сообщает, что итальянская Лацио и московская Динамо согласовали детали перехода российского полузащитника Арсена Захаряна. Источник сообщает, что футболист перейдет в итальянский клуб за 10 миллионов евро. Динамо получит еще 4 миллиона евро в качестве бонусов за 19-летнего футболиста. В прошлом году выкупная стоимость Захаряна по контракту составляла 15 миллионов евро. Как считаете, очередная утка или попробует себя в Европе? Не слишком ли маленькая сумма за игрока сборной России? Зенит нашел замену Малкому? Думаю, все уже слышали, что Малком переходит в Аль-Хиляль за 60 миллионов евро. Об этом на днях сказал генеральный директор Зенита Александр Медведев. По информации РБ Спорт, питерский Зенит рассматривает Сергея Пеняева как замену уходящему бразильцу. Молодой талант из Локомотива входит в шорт-лист питерской команды. Как считаете, это достойная замена или очередные слухи? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.